Начнем рассказ с нашей русской березоньки-красавицы. В свое время, когда я начала собирать интуитивные сборы для людей, я обнаружила, что березка просится в сбор тем людям, которые, ну, как-то имеют какую-то в основе философию, религию или ищут вот какой-то смысл духовный в жизни. Я поняла, что береза – носитель информационного пласта вот каких-то истинных знаний, вне религий, вне времени и пространства. То есть существует какая-то база человечности, человечной духовности, очень простой, сердечной, доброй, которая лежит в основе всех религий. И березонька, она по своим вибрациям способна будить вот это истинное человеческое в каждом человеке. Поэтому, заваривая чаечки из нее, даже в зимнее время из веточек, мы можем возвращать себя к истинной человечности. Для заваривания достаточно вот собирать вот такие тонюсенькие веточки. Ну вот небольшие совершенно. Чем тоньше, тем лучше. Они лучше завариваться. И ломать их, класть в термос. Можно заварить на ночь. Можно на час дать постоять им. Можно сделать отвар. В них очень много витаминов, о которых я расскажу в следующем ролике.